В наш храм впервые посетил митрополит Амвросий, правящий архиерей Тверской епархии. Конечно, для нас это было очень волнительно, потому что первое посещение епископа, оно всегда очень ответственно. То есть он может какое-то впечатление, у него может создаться о том, каким является наш храм. Владыка на своей проповеди сказал, что он давно знает о нашем храме и о нашем хоре, который пел на этом богослужении, потому что он является председателем совета православной церкви по церковному пению. В этом совете есть реестр хоровых коллективов, и в этот реестр входит также и наш хор. В дополнение к этому митрополит Амвросий решил наш хор, назвав его архиерейским хором, выдвинуть на конкурс православных архиерейских хоров, который будет проходить по всей России, от Калининграда до Владивостока. Все епархии, все русской земли, Русской православной церкви России примут участие в этом конкурсе. Это был первый тур конкурса, когда должна была произвести запись из богослужения. Второй тур – это концертные записи хоровых коллективов, которые они должны представить взыскательному комиссии. И третий тур произойдет 4 ноября, в день празднования Казанской Божьей Матери и в день России, как его сейчас называют, для того, чтобы вот все коллективы, которые будут отобраны на этот третий тур, они будут петь Божественную литургию с Святейшим Патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя. Вот наш хор будет один из претендентов на эти события, которые должны будут произойти в ближайшем году.